Итак, ладно, давайте закончим маленький перерыв и погнали дальше. На турнир. Вперед. Мастер Дзин, добро пожаловать на большую арену. Пожалуйста, имейте в виду, что участники турнира должны оставаться в стенах арены до окончания дня матча. Сделали ли вы все необходимые приготовления к дню горячих действий? Да-да, вперед. Отлично, отлично. Ваша комната ожидания — это комната синей команды, расположенная внутри холла справа. Сражайтесь как следует. По-моему, это те же слова, что и вчера он говорил. Ну ладно. О, вот вы где. О боже. Дороти. Эй, Дороти. Короткое время не виделись. Учитывая, что мы только что виделись друг с другом в Цаисе. Да, я знаю. Я никогда не мечтала, что мы снова встретимся в этой жизни. Ну, в смысле, поскольку у вас было так много проблем после того, как вы сели на тот корабль в фабрике. Так много проблем. Хе-хе, это требует расследования. Оу-оу-оу-оу-оу, подожди, Дороти. А можем ли мы оставить этот разговор на потом? Во всяком случае, я собиралась сказать, что ваши друзья, что здесь присутствуют, выглядят немного знакомыми. Кажется, я припоминаю, что однажды встречал вас в городе Боус. Приятно снова встретиться с вами, моя дорогая, неповторимая, очаровательная леди. Мы проходили мимо друг друга возле горячих источников. О, я вспомнила! Это же тот парень, который пьет и убегает. А это медведь в восточной одежде. Эстель и ты, Йоши, вы вместе сражались в соревнованиях с ними? Да, верно. Ребят, алкаш и медведь. Прекрасное описание. Мы в команде Дзина. В смысле, медведь в восточной одежде, как ты выразилась. Что насчет вас? Он все-таки на вы говорит. А что насчет вас? Вы освещаете эти события для газеты? Да, до вчерашнего дня я работала над другой историей. Найл сказал мне сегодня утром, что я должна посетить
соревнования по боевым искусствам, чтобы увидеть вас, ребят. Вы действительно такие сильные, как о вас говорят. Из этого получится несколько отличных фотографий. Надеюсь. О, кстати, разве Найл не с тобой? Не. Думаю, что у него было что-то важное, что нужно было проверить. Думаю, не спал всю прошлую ночь, сражаясь с кучей бумаг или что-то в этом роде. Он сказал мне, что собирается поговорить со старым знакомым сегодня. Сука. А, понятно. А, да, и он хотел передать вам сообщение. Он хочет, чтобы вы пришли в редакцию сегодня вечером. Но что бы это ни было, в его устах это звучало серьезно. Ну хорошо. Мы пойдем туда после сегодняшних матчей. Серьезные разговоры. Мой старый заклятый враг. Че? Это сейчас было? Ладно. Так, не позволяйте этому сбить вас с толку. Куру, мяу. Не мог бы ты прекратить? Это даже не имеет к тебе никакого отношения. Как жестоко, Эстель. И после того, как только вчера... наша страсть так сильно согревала нас. Неужели от меня отказывается? Меня выбрасывает. Когда из-за обстоятельств нету немедленной пользы от меня. Не мог бы ты, пожалуйста, перестать так говорить? Ого, Эстель, я понятия не имела. Разве он, ну, не слишком, как бы, стар для тебя? Да он говорит о турнире. Тебе лучше просто игнорировать его. И все, что он говорит. Ладно, я пойду найду хорошее место, чтобы сделать лучший снимок. Буду болеть за вас, ребят. Удачи. Да. Нантоюка, уникна Джо-чан да на. Она довольно уникальная девушка, не так ли? Между ней и Оливией я становлюсь такой истощенной. Это просто означает, что мы снимаем твой стресс перед матчем. Ну, по крайней мере, она довольно опытный фотограф. Большинство фотографий, которые были опубликованы в Liber News за последнее время, были сделаны ею. Впечатляет. Ну, в таком случае нам придется убедиться, что наш бой стоит того, чтобы его сфотографировали. Да, действительно. Я не знаю, с кем мы столкнемся. Но нам нужно настроиться на нем.
Ой, боже. Оливер, конечно, просто нечто. Они опаздывают. Матч скоро должен начаться, так где же другая команда? Это странно. Может быть, их что-то задержало? Или... Ну же, двигайтесь уже. Да мы идем. Не торопи нас, ладно? О боже, ребят, я узнаю эти голоса, сейчас будет весело. Ну почему все должно было повернуться именно так? Ну же, бро, давай, братан. Не расстраивайся тут нам. Нам нужно сохранять бодрость духа на случай, если мы... В итоге будем сражаться с ними сегодня. Вы? Значит, это была ваша команда? Я должен был знать, что... Они не появятся своевременно. Ну что ж, полагаю, что сегодня нам все-таки не придется драться с вами. Похоже, вам повезло в этот раз. А я-то думала, что у нас будет матч с вами для того, чтобы мы наконец-то преподали вам урок. Что ты сказала? Эй! Никакой пустой болтовни. Или же вы забыли, что только благодаря щедрости его Пресвященства вы даже участвуете в этом соревновании? Ой, да ладно, солдат, вам не нужно так беспокоиться об этом. Разве мы до сих пор не вели себя хорошо? Я просто надеюсь, что вы решите сохранить это поведение, пока не вернетесь в тюрьму. Даже не говорите с ними. Вы не будете создавать неприятности, и мы не будем создавать проблем для вас. Ну, я не думаю, что возникнут проблемы, в конце концов. Они захотят стычки с нами завтра. Я думаю, что вы это знаете, но здесь есть полная рота солдат в охране. Даже не начинайте воображать себе, что у вас есть какой-то шанс на побег. Да мы знаем уже, мы же не идиоты. Вы, ребята, действительно бельмо на глазу, так почему бы вам просто не уйти уже, а? Ах ты ж маленькая. Не позволяй этому ребенку провоцировать тебя. Просто не пытайтесь делать глупости. Эй, что происходит? Как вы, ребят, вообще оказались на соревнованиях по боевым искусствам? Это действительно из-за того, что герцог Дунан позволил это. Да, похоже на то. Он якобы...
специально призвал нас к участию. И чем лучше мы справимся, тем легче станет наш приговор. Да вы шутите. Это немного странно для конституционной монархии. Похоже, герцог, человек озорный. Но мы-то жаловаться не будем. Я предпочту отрабатывать свой срок, вместо того, чтобы провести его в тюрьме. Но все же, это не единственная причина. В смысле? Заткнись! В любом случае, это не ваше дело. Это наше дело. Значит, вы здесь не для того, чтобы сражаться с нами? Тогда вы здесь для того, чтобы сразиться с солдатами спецназа? Что? Как? Совершенно верно. Они должны были быть нашими союзниками. Однако они нас обманули. Они использовали нас, чтобы расширить влияние разведотдела, а затем выбросили нас в сторону. Ну, мы идиоты. Все просто и ясно. Нас обманули. Это действительно отстой. Полагаю. Ну, если об этом подумать, я даже чувствую какую-то жалость по отношению к вам. Слушай, нам не нужна твоя сраная жалость. Вы у нас вообще в долгу, и не забывайте об этом. Че? Что ты под этим имеешь в виду? Разве вы не помните нашу последнюю встречу? Было бы плохо, если бы... Если бы сами знаете, кто узнал, что вы пробрались в крепость Лейстон, верно? Нам тоже не слишком нравятся эти ублюдки, поэтому мы ничего не говорили им о вас. Вы должны поблагодарить нас. Действительно. Спасибо вам за то, что держали это в себе. Это определенно звучит интересно. Я бы хотел бы услышать больше. Ты замолчи. Это ничего такое серьезного. Опа. Не хочу прервать. Но похоже, что вот-вот все начнется. Мы должны извиниться перед всеми за долгое ожидание. Сейчас мы откроем второй день соревнований по боевым искусствам. Давайте начнем с объявления карт боя на пятый матч. О, мы первые. Южная сторона, синяя команда. Из республики Калвард. Капитан. Мастер боевых искусств Дзин. Северная сторона, красная команда. Из гильдии брейсеров, филиала Гренсела, команда Курта. Начинается.
Мы действительно будем сражаться против команды Карны? Легко не будет. Нам нужно убедиться, что мы не встанем у Дзина на пути. Ребят, нам когда? Не нужно быть такими осторожными. Ваша помощь будет настолько же хороша, как и любая помощь полноценного брейсера. Все, что нам нужно сделать, это сосредоточиться на победе. Да. Мы постараемся. Ну, вперед, к славе! Блин, я забыл пойти по магазинам за едой для ТП. Ну ладно. Надеюсь, у меня тут что-то есть. Вот на двадцатку. Так, я вроде что-то крафтил. И готовил. Да, вот, есть, есть. Оставлю. Просто если у нас будет 200 CP, дамаг-то будет больше. Накопим остальное. Ну что, ребят, мы готовы? Вперед. Эй, ребят, так вы пришли? Привет, новички. Привет вам двоим. Мы выложимся на полную. Дзин. Несдвигаемый. Я всегда хотел сразиться с тобою хотя бы раз. Что скажешь, если мы... Посмотрим, сможет ли мой меч сравниться с твоим мастерством. Хорошо. Но я должен предупредить. Я... Небольшой любитель сдерживать свои кулаки. Я надеялся сразиться в финальном раунде. Думаю, мы посмотрим. Кому сегодня судьба благосклонна? С другой стороны, у вас есть передовая группа опытных брейсеров. А с другой, талантливая группа начинающих брейсеров. И одного гениального музыканта, исполнителя. Да, трудная ставка. Только Эйда знает, кто победит. Так, начинаем пятый матч турнира без правил. Или без ограничений. Обе команды встать на свои позиции. Стартовые места. На позициях. Начать. Ну что ж. Так, ну у них у всех 30 уровень. У нас как раз плюс-минус такой же. А, блин. Нас откинет очень далеко.
Привет, концентрат. Так, в этот раз не будем слишком спешить вперед. Ацу, Кудо. Макасете! Блин, лучше бы это, ну ладно. Ацу, Кудо. Так, ну что ж, файта. Спецперион сразу. Хорош. Тоже неплохо. Следующая. Кстати, она похожа на Судзумию. Я вот смотрю, кого она напоминает. Сейчас вспомнил кого. Кто Сиока? Да. Дино Синзуйо Нитамае. Хаулингу Балетто. Да, такой себе дамаг. Ей стало скучно и сбежала. Возможно, возможно. Игзу! Отлично. Что-нибудь АОЕшное, наверное, используем. А нету у Дзина ничего. Можно использовать все что угодно по элементам. Йошуа, да. Ац, Кудо. Пилим. И это все. Мокно банда, не? Да. Что-то это как-то такое себе. Ацу, Кудо. Макасете! Ацу, Кудо. Икуё! Ore no ban da na.
давай это. Сасэру ка? Гратту спешиал. Аташи но бан не. Блеск. Отменил все-таки каст, сволочь. Готов. Хоудзюц! Кайридак кото, Казахана но готоши! Эй, какого? В смысле? Ах ты ж ублюдок. Фак. Если бы я знал, я бы его первым вынес. Твою же ж. Матвей, ты специально молчал, да? А, ты не знал? Понятно. Тогда, может, это какие-то новые приколы? Так, стоп, что ты? А, тот уже труп. Окей. Да. Боку но бан да не. Она еще жива. Астер, да! Зелененький воскресил всех на поле битвы своих союзников, которых я завалил. Внезапно. Так, и улетаю. Ну, как бы и все. Нокаут. Победитель команда Дзина. Ну, отличная работа. Я никогда не думал, что Дзин несдвигаемый действительно настолько способный. Вы, ребят, сами были неплохие. Я не думаю, что я победил бы, если бы меня не прикрывали другие. Мы победили? Да. Не знаю как, но мы это сделали. Да не будьте такими скромными. Возможно, с вами Дзин. Но каждый из вас внес свой вклад. Ну, я знала, что... сражаться с учениками Шеры будет непросто. Но я и понятия не имела, что блондинчик тоже окажется таким крепким парнем. Вы тоже, мисс, были... неплохие. Возможно, позже мы могли бы обсудить сильные стороны друг друга за бокалом вина. А ну прекращай.
Да. Я бы на это посмотрел. Сейчас еще окажется, что это Ансель или как ее зовут. Да, еще алкашка. И он будет страдать еще больше, чем от Шеры. Ну и ну, неплохо, вот, совсем неплохо. Да, действительно, это был довольно захватывающий матч. Ну, полагаю, это было не так уж и плохо. Ну, спасибо. А в чем дело? Почему вы, ребят, нас поздравляете? У вас что, температура, что ли? Мы не поздравляем вас. Ты, маленькая стерва. Просто это было бы досадно, если бы группа, которая загнала нас в угол, так легко бы проиграла. У тебя есть быстрые ответы на все, не так ли? Мама, Эстер. Тихо, тихо, Эстер. Большое спасибо. Я знаю, что между нами многое произошло. Но вы все равно подбадривали нас, и мы ценим это. Я пытаюсь сказать, что мы не подбадривали вас. Дальше шестой матч. Южная сторона. Синяя команда. Небесные бандиты. Они же семья Капуа. С капитаном Доном Капуа. О, да. Северная сторона. Красная команда. Из разведывательного отдела королевской армии. Капитан. Второй лейтенант Лоренс. Хорошо. Время настало. Пришло время преподать урок этим подлым мудакам. Может быть, именно так все и должно было закончиться. Наши пальцы скрещены за вас. Удачи. Берегитесь их командира. Держите его прижатым, и у вас будет шанс. Хорошо. В смысле, нет. Ну, типа, заткнись. В любом случае, это не ваше дело. Йоу! Братан маски. Ну, вижу, у переводчиков были свои мысли, как перевести его. Я ждал шанса вернуть должок. Мы действительно должны поблагодарить герцога за этот шанс. Что такого смешного, черт возьми? Вы сироты семьи Капуа. Одна из разорившихся дворянских семей Ербони. Вы потеряли свою территорию из-за коррумпированного торговца и выжили только благодаря воздушному пиратству. Я просто подумал о том, какая же это трогательная история. Какого черта?
Откуда ты это знаешь? Мы что, забыли, что мы являемся частью разведотдела? Вам лучше отказаться от своего маленького стремления к мести и просто по-тихому отбыть свой срок. По крайней мере, кажется, что вы пытаетесь идти прямо сейчас. Ты что? Да, ты действительно любишь болтать без умолку, не так ли? Пришло время, чтобы ты попробовал несколько гвоздей... Ой, несколько орбал пуль. Начинаем шестой матч турнира без ограничений. Исправим. Обе команды. Отправьтесь на свои стартовые места. Занять позиции. Начать. Ну, я думаю, тут очевидно, кто победит. К сожалению. Да. Нам тоже нужно готовиться вот к этим атакам от них. Они нас еще... Походу будут замедлять. Сбрасывать назад, так сказать. Да, у них нет шансов. Аздрубель, ну да. Поэтому я и говорю, что увы, тут все очевидно. Если бы не было опенинга, то, может быть, маленький шанс был бы, но вряд ли, конечно. Нокаут. Победители. Команда Лоренса. Блин, они проиграли. Но поначалу они неплохо справлялись. Все начало разваливаться, когда этот парень в красном начал нападать на них. Да нет. Да, это определенно не тот противник, с которым можно шутить. Я не думаю, что он даже старался изо всех сил. Я не смог как следует оценить его настоящую силу. Пожалуйста, скажите мне, что... Ты шутишь? Нет, я тоже думаю, что это так. Это последняя техника просто... Казалось, будто он вообще не был сосредоточен. Нет. Да, это последняя техника. Я просто не чувствовал, что он был даже достаточно сосредоточен. У него есть еще много того, чего мы не видели.
Это же безумие. Ой, да говно вопрос, справимся. Мне жаль, ребят. Пожалуйста, не пытайся подбодрить нас. Нас там прямо забили. Как свиньи можно добавить. Черт возьми. Если бы моя тактика поддержки не была бы такой бесполезной. Это не твоя вина. Я-то... Кто потратила всю энергию на нападение, которое ничего не дала. Ну, ладно, эй. Иногда все сводится к чему-то большему, чем просто кто сильнее. Мы собираемся вернуть им должок за вас, когда сразимся с ними завтра. Что? В твоих устах это звучит так просто. Я не люблю обещать то, во что я не уверен, что я смогу сделать, выполнить. Битва должна быть выиграна в уме, прежде чем можно будет выиграть ее вживую. Мата Эстер-кун раши, не? Какая прекрасная поговорка. Как будто вы с Эстель думаете об одном и том же. Но у вас, сэр, язык более натренирован, что ли? Похоже, вы наконец-то закончили. Так, ладно, хватит болтаться без дела. Возвращайтесь в свои камеры. Да вы шутите. Мы только что закончили сражаться. Вы не могли бы дать нам несколько минут, чтобы отдохнуть? Знаете, для закоренелых преступников вы ведете себя прямо как избалованные сопляки. Ну ж, давай, двигайтесь. Эх, я так устал. Эй, брейсеры, ублюдки. Че? Завтра нас здесь не будет. Но вам лучше победить, черт возьми. Если вы позволите этим придуркам победить вас, то вам придется чертовски дорого заплатить за это. Конечно, мы победим. Как ты думаешь, с кем ты разговариваешь тут? Ну ты веди. Я клянусь. Закончили? Хватит тянуть время. Сколько? А за финал нам 60к отвалит, да? Отлично. Не знаю, как мы справились, но мы это сделали. Завтра финальный матч. Нам действительно нужно сохранять бодрость духа, потому что это будет непростым матчем. Итак, я предлагаю нам отправиться в бар.
и потусим как следует, так сказать. Мне нравится ход твоих мыслей, добрый господин. Я хотел бы присоединиться к вам. Значит, такова взрослая логика. У нас есть кое-какие дела, которые мы должны сделать, так что я думаю, на сегодня для нас все. Никаких проблем, увидимся позже. Встретимся завтра утром у входа. Good night, my sweetheart. Учитывая, что он даже на японском это говорит на английском, то, наверное, мне не надо это переводить. Спокойной ночи, мои возлюбленные. Итак, посмотрим. Держу пари, Найл ждет нас. Так почему бы нам не пойти в агентство новостей или Берл и не посмотреть, что он скажет? Да. Честно говоря, я надеюсь, что ему удалось узнать что-то полезное об этих членах разведывательного отдела. Знаете, ребят, я тоже, когда закончу стрим, пойду в бар. Кто со мной? Бар под названием «Кухня», где есть только вода. Но это не важно. Не, ну, конечно, можно пойти в настоящий. Алар, какой за руль? Ну, у нас разрешено, сколько там, 0,5 или 0,8, что-то подобное. А, ты про это? Ну да, кстати. Так, стоп, куда я пошел? Агентство новостей. Угу. Точно, точно, я забыл. Нам нужно за руль еще сегодня. Тогда никакого бара сегодня. Найл. Прошу простить нас. О, вы здесь. Отлично. Дороти действительно доставила вам сообщение, ребят. И нигде не облажалась. Неужели чудеса никогда не прекращаются? Да, я там слышал, что вы победили на сегодняшнем матче. Дороти вернулась оттуда в абсурдно веселом настроении. Клево. Найл, о том, что мы обсуждали ранее. Сразу к делу, как я вижу. Смотрите, у меня есть кое-какие сведения о прошлом этих больших шишек. Найл протянул черную папку с документами. Это с королевской армии? Да, ничего сверхсекретного, но мне удалось достать некоторые документы. Скажем так, что они
были одолжены у некоторых моих знакомых в армии. Но молчите об этом, окей? Хорошо. Ну что ж, почитаем. Эстель и Йоши открыли черную папку. Так, ребят. Настало время несколько стен текста почитать. Пойдем по списку. Аран Ришар Тайса. А, озвучка даже, ладно. Полковник Алан Ричард. Стиореги, 1168. Либеру Огук, Руан Чиходе. Родился в 1168 году в руанском регионе Либер. Шиканго Сикиде Социон Штаночи. Кассиус Брайто Тайса Хикиру, Докриц Кидо Бутайни Хайзук Салер. Окончил военную академию первым в своем классе. Позже был назначен в мобильную оперативную группу, возглавляемую Кассиусом Брайтом. Награжден за выдающуюся службу под командованием Кассиуса Брайта. Стодневной войне. Кассиус Тайсага Тайеки Шта Ночи. Гун Саксен Хонбу Но Стаффу Ни Баттеки Саре. Сочки Кайкак Ни Тадайна Косеки О Нокошта. Назначен в штат управления военных операций после отставки полковника Брайта. 1201 Нем. Джоухобу Но Сецрицу О Теян. Аришия Джоу Хейка Но Шоунин О Эте, Джоу Хоу Но Шодай Ширей Ни Шоунин. 1201. Предлагается создать разведотдел. Королева Алисия одобряет запрос и назначает его первым командиром нового отдела. О, довольно впечатляет. Что ж, он действительно прямо главный человек. Он всегда казался довольно сообразительным парнем. Похоже, майор Сид был прав в том, что он служил под началом папы 10 лет назад. Значит, папа действительно был полковником. Интересно, почему он ушел в отставку? В смысле, что у него как бы было уважение, слава и все такое. И это все? Капитан Канон Амалтия. Родилась в 1175 году в столице Либерла, Гренсел. Ее отличные оценки военной академии принесли ей место в штате управления военных операций вскоре после окончания учебы. 1201 по рекомендациям полковника Ричарда переведена в новый, только что созданную дивизию разведки. Ричард Тайса в качестве сакцен-шики хоса する тачибани ар. Позже назначена адъютантом полковника Ричарда.
оказывая непосредственную помощь военному оперативному командованию. Снова отличные оценки. Похоже, еще одна умная шишка. Это назначение означает, что она долгое время работала на полковника Ричарда. Неудивительно, что она так предана ему. Лоренс Белгар, сой. Второй лейтенант Лоренс Белгар. Возраст и национальность неизвестны. Член Жестера, или Шута, если переводить, которого полковник Ричард пригласил присоединиться к разведотделу. Предыдущая деятельность неизвестна. Он все это время был замаскирован. И он даже не из Либерла. А что насчет его старой работы, наемника, что является одним большим белым пятном? Я не знаю. Егер то еба. Егерские отряды известны как лучшие наемники. Ой, в этом бизнесе не зря. Да ну. Так может быть, полковник просто искал действительно опытного бойца? Вполне возможно. И мне кажется, что я где-то слышал об этих Джестер. Ну, так как это все-таки название, сохраняем само собой оригинальное имя, как и с другими. Лучше не переводить. Так, закрыть. Спасибо, Найл. По крайней мере, мы знаем намного больше о том, с кем имеем дело. Ну, до тех пор, пока это полезно. Я также узнал несколько устных подробностях, пока копался в этом деле. Устные подробности. Например, первый лейтенант Юлия Шварц из Королевской гвардии в настоящее время разыскивается для допроса. Училась в академии на том же году, что и капитан Амалте. Серьезно? Они никогда не создавали впечатление, что они хорошо ладят. Может быть, потому что они были соперницами в академии. У Канон есть мозги, а у Юлии боевые навыки. Здесь очень большая разница. Понятно. Я так и подумал. Похоже, что Юлия всегда была суперсерьезным рыцарем, так сказать, да? А далее, и это не имеет ничего общего с военными, заметьте. Вы, ребят, знаете о
принцессе Клаудии, верно? Клаудия Химе. Принцесса Клаудия. Звучит знакомо. Если мне не изменяет память, она осиротела, когда... умер наследный принц и его жена. Она внучка Ее Величества Королевы Алисии. Да. Она не очень хорошо известна, но является прямым потомком королевы. Исходя из того, что я откопал, я узнал, что она живет в королевской крепости. И в значительной степени находится там большую часть времени. И, похоже, кто-то искал для нее потенциальных кандидатов для брака. Это не такая уж и редкость для богатых семей, но все же. Мне как-то жаль ее. Эстер, лонтен ва соко жа най йо. Дело не в этом. Коно баай, ару джинбуц тою но га мондай нан десё. Вопрос здесь в том, кто этот кто-то. Сасуга срудой жа нэй ка. Точку, малыш. Очевидно. Э? Соно джинбуц тэ? Неужели... королева Алисия. Герцог Дунан. То, скорее всего, полковник Ричард. Бред какой-то. Не, ну, конечно, можно взять гэговую... ветку и посмеяться, может быть, или разбить лицо фейспалмом, уже как получится. Или все-таки берем правильно, герцог. Хотя, стойте, нет, если так подумать... вполне может быть и Ричард. Потому что, ну, этот герцог... Кстати, да, что-то я как-то сомневаюсь уже. Если обдумать все, то Ричард вполне тоже может быть. Третий все-таки. Неплохо, малышка. Да. Именно полковник Ричард прочесывает зарубежные страны в поисках подходящего кандидата. Похоже. Я так и знала. Но это как-то не странно. А зачем ему вообще участвовать в организации брака по договору? Вору. Довольно интересно, не так ли? Итак, есть кое-что, что я хочу, чтобы... Нет. Есть кое-что, что я хочу от вас двоих. Вы хотите, чтобы мы выиграли турниры и получили для вас некоторую информацию на званом ужине, верно? Если в двух словах, то так? Вы не стесняетесь спросить что-то не так? Give and take は当然だろ? Ну, я достал для вас информацию. Это называется, что посеешь, что и пожинаешь. Уместно ли это тут? Бери и делись. Таскани, ирой-ро-то таскаримашта.
Ты мне, я тебе. Кстати, да. Верно. Это очень поможет. Хорошо. Мы дадим вам знать, если что-нибудь узнаем. Именно это я хотел услышать. И если сегодня пойдет все хорошо, возможно, даже не придется полагаться на вас двоих. Прошу прощения. Походу придется. Мощи-мощи. Кучера Либерт Сузича. Новости Либерт. А, омайка! Зутто рендаку маттэ там дазе. Я ждал, когда позвонишь. Нари? Има кара? Да, начиная с этого момента. Ватта. Окей, я понял. Встретимся там, да. Нани-нани? Достану? Ну что происходит? Чотто шта ябую дэна. Има кара хитори ау кото нинатта. Так, простите, что так внезапно беру и убегаю, но мне нужно кое с кем встретиться. Похоже, вам предстоит долгая ночь. Ну, в любом случае, я ночная сова. Я встаю только дневное время, пока сумасшедшие цыпочки тренируются. Короче, ничего. Вы, ребят, можете, короче, пойти расслабиться, пока меня нету. Хорошо. Короче, удачи с работой. И вам тоже. Не облажайтесь на завтрашнем матче. Постараемся. Ну что ж, что нам теперь делать? Я вставал днем только пока тренировал ту сумасшедшую цыпочку. Точно. Я думаю, нам следует зайти в гильдию, а потом вернуться в отель. Мы должны сообщить о информации, которую Найл добыл для нас. Хорошо. Да уж. У нас реально детективная история какая-то пошла. Почти. Мне, знаете, что кажется? Что все-таки Йошуа уже понял насчет Клои и принцессы, то, что это одно лицо. Эстель, понятное дело, не поняла. Как она сама это не скажет, как бы очевидно. Это же Эстель. А, стоп, из гильдии. А вот Йошуа вполне мог. Это так очевидно. Вот если оказалось бы, что это не так, вот это был бы, конечно, интересный поворот. Эстер-сан, Йошуа-сан. Салар, ну, вполне возможно. Эстель, Йоши, поздравляю вас с продвижением в чемпионате. Обидно слышать, что Курт, конечно, проиграл, но я слышал, что это был хороший матч. Да, было очень интенсивно. Однако я бы пока что не стала хлопать нас по спине. Мы были не лучше Курта. Ни на Селг. Действительно, нам просто повезло. С нами был Дзин. А также пистолет и магия Оливии.
Что прикрывало наши ошибки. これからも精進が必要みたいだ. Они единственная причина, по которой мы зашли так далеко. その心構えがあれば, もっともっと上に行けますよ. Мы двое очень скромные. Редкое качество в наши дни. Кстати, вы узнали какую-нибудь информацию? Да? Йоши объяснил Элнану подробности того, что нашел Ниал. Понятно, значит, второй лейтенант Лоренс входил в состав егерей. А если быть более конкретным, отряд егерей, известный как Джеста. Определенно, я впервые слышу это имя, но лучше покопаться. ギルドと傭兵団には交流があるんですか? А гильдия и отряд егерей когда-нибудь работали вместе? いや、どちらかというと商売敵のようなものですね. Мы во всяком случае считаем друг друга конкурентными в бизнесе. 我々は規約で国家間の戦争に関与することはできませんが、彼らの場合は それが商売です. Видите ли, мы считаем своим долгом не вмешиваться в государственные дела, в то время как егеря в значительной степени наслаждаются подобными делами. Они очень часто используются в пограничных спорах. И у них есть некоторые вполне противоположные по сравнению с нами точки зрения относительно безопасности простого человека. Они звучат не очень приятно. Итак, я так понимаю, что нет никаких шансов получить какую-либо информацию об этом. Ну, я бы не сказал, что шансов нет. Применив немного хитрости, я могу найти информацию, которую вы ищете. Однако на сбор необходимой информации уйдет несколько дней, так что... Вы не получите ее до чемпионата. Это вас устроит? Чемпионат? Да ладно. Это не имеет никакого отношения к состязанию. Так что, да, если можете. Спасибо, Элнан. あとはクローディア姫の結婚相手を大佐が探しているという話ですが. А также, что касается поисков полковника. Поисков будущего мужа, которым занимается полковник для принцессы Клауди. Мы обнаружили несколько фрагментов информации, которые могут иметь какую-то связь. Окей. О боже. Член имперской семьи прибудет в Гренсел во время празднования дня рождения королевы. Ребят, мы уже все знаем. 10年前の侵略戦争以来のことです. Мы не знаем имен
Но мы знаем, что это первый раз, когда кто-то из их семьи придет в Либер после войны десятилетней давности. Так что это довольно важная новость. Наруходу. Сакиходоно эндамбанаши то канкей га арисоу на канджи ва шимасу не. Понятно. Вы действительно правы, что, похоже, это связано с разговором о браке принцессы Клаудии. Эребония но козок ка. Дую хитотачи ка цензен ширанай ва не. На самом деле, я ничего не знаю об имперской королевской семье. Ну, в смысле, вообще единственный человек из империи, которого мы встречали, это Оливия. Чинамини, Клаудия Химева, 16-сай ни натта бакари но хазу дес. Принцесса только что отпраздновала свое 16-летие. Ташка ни, кеккон о исогасеру но ва фусизен то иеру камо ширемасен не. Кажется, ей еще слишком рано выходить замуж. Я подозреваю, что здесь может быть замешана политика. О, 16? Боже. Нам самим всего 16. Но это подходящий возраст для молодой леди, чтобы дебютировать в высшем обществе. その年で結婚は早すぎるな. Но если мы только не вернемся более репрезентативным временам, то для брака еще очень рано. そうまでして急がせる理由が Наника Арунокаму Ширемасе. Действительно. Ну, как я уже сказал, я подозреваю, что в этом стремлении к браку есть политический мотив. Шилабете миру качи ва ару то омоимасу ё. И поиски этого мотива, несомненно, окажутся самым ценным делом. Вакатта ва. Бузи ни оширо ни шоутай саретара, соно атари мо сагутте куру кара. Если мы сможем заработать это приглашение в замок, то мы сможем гораздо легче провести расследование. Ну, значит, нам нужно убедиться в том, что мы победим на завтрашнем чемпионате. Да, как бы это опасно не было. Есть кое-что для вас, вот. Опа. Значит, канализация. Мы всегда держали хранили в столичном филиале запасные ключи. Никогда не знаешь, когда они могут пригодиться. Это должно открыть один из входов недалеко от большой арены. Но там внизу находятся довольно сильные монстры, поэтому я подумал, что это может стать подходящей тренировочной площадки. Хорошо. Нам бы не помешала разминка. Спасибо, Элнан. Я просто делаю свою работу. Однако убедитесь, что вы не отправитесь туда без какой-либо поддержки. Если вас будет только двое, вы трупы. Никаких проблем. Мы отправимся вниз туда с Дзином и Оливией после того, как встретимся с ними завтра. Ура, еще один квест там будет, наверное.
О, уже так поздно. Наверное, нам лучше поспешить в отель обратно. Эй, вы двое. Что за? Что происходит? Мы патрулируем. В рамках мер по борьбе с терроризмом были усилены патрули в ночное время. Поэтому лучше избегать выхода на улицы после 9 часов, если это вообще возможно. Вам двоим стоит поспешить домой. Вам не кажется, что это как-то немного неприятно для нас? А что делать, если нам нужно выйти после 9? Решение принимает высшие чины. Мисс. Нам очень жаль за доставленные неприятности. Но все должны соблюдать правила. Кстати, а где вы двое живете? Мы остановились в отеле в северном квартале. Мы будем там на протяжении всего соревнования по боевым искусствам. Соревнования по боевым искусствам? Подождите. Могу поклясться, что я видел где-то вас двоих. Эй! Да эти ребята участвуют в турнире. Знаешь, теперь, когда ты сказал... А вы, ребята, были в зрительном зале? Мы были в охране. Сегодняшний матч был просто невероятным. Завтра чемпионат, да? Мы сопроводим вас в отель, чтобы вы смогли отдохнуть перед своим важным боем. Хорошо. Мы согласны. Спасибо, что сопроводили нас. Мы благодарны. Да вы шутите. Мы ваши большие фанаты. Мы все в одной армии, но не знаю. Эти типы из спецназа по какой-то причине... мне кажется, неправильными. Не знаю, противными. Да, действительно. Я просто не понимаю, что происходит у них в головах. Однако тебе не кажется, что подобные разговоры немного неуважительны по отношению к полковнику Ричарду? Вот почему мы так сильно верим в ваше участие. Удачи на завтрашнем матче. Спасибо. Мы сделаем все, что сможем. Это довольно сложно. Я не думаю, что эти ребята что-то знают о заговоре полковника. Похоже, они думают, что разведотдел это просто обычные солдаты. Какую бы информацию они не передавали по цепочке командования, они принимают ее за правду. Ну, я бы не хотела бы
наживать им врагов, поскольку они болеют за нас и все такое. Дочера не сео. Иппан хей то ва кото о камайнай хонга кенмей дароу не. Ну, как бы то ни было. Разумнее всего было бы не создавать неприятностей рядовым солдатам. Что скажешь, если... Ну, сегодня мы уже пойдем в свои комнаты и отдохнем. Хорошо. Мне кажется, эта арка, этот момент с турниром немного затянут. Вот тут они начали наливать воды немного. Что еще? Наника моноутога шинаката? Ты ничего не слышал только что? Хеяни хайру то доучи ни линсен тайсэй но мама чжоукё какунио. Будь начеку. Когда мы войдем внутрь, будь готова к сражению, если что-то пойдет не так. Я думаю, что у нас там незваные гости. Возможно, установлена взрывчатка, так что будь осторожна. Подожди, ты шутишь, что ли? Мне нужно, чтобы ты делала все в точности, как я тебе скажу, без вопросов. А если ты предпочтешь остаться здесь, я не против. Да ну. Ладно, пошли внутрь. Хорошо. А? Похоже, он ушел. Но это странно. Мне не возникло ощущения, что здесь кто-то был. Также не похоже, что здесь расставлены какие-то ловушки. Ты серьезно можешь все это понять вот так легко? Думаю, это все, что осталось. Письмо? Так, Йошуа. Поломал печать на письме. Сегодня вечером в 10 приходите с собой. Пожалуйста, никому не говорите об этом. Это все? А какой собор? Та огромная церковь в западном блоке? Сейчас уже почти 10 часов. Это, конечно, звучит подозрительно. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Что думаешь? Стоит пойти? Абсолютно нет. А? Что тут на тебя нашло? Ой, прости, я не хотел включать. Послушай, разве эти солдаты только что не сказали, что они собираются усилить сегодняшний патруль? Можно поспорить, что они также будут пристально следить за западным кварталом. А, точно. Тем не менее, мне не нравится делать вид, что мы никогда не получали это письмо. Я пойду один. Одному человеку легче будет оставаться незамеченным, чем двоим. У меня не должны возникнуть серьезные проблемы тем, чтобы добраться до собора незамеченным. Послушай, если все, что я буду делать, это оценивать ситуацию, то я справлюсь. Поэтому мне нужно, чтобы ты осталась здесь. Эй! Я не меньше брейсер, чем ты.
Я могу позаботиться о себе. Я не буду тормозить тебя. На этот раз твои уговоры на меня не подействуют. Эстель? Да я не про это. Я знаю, что дело не в том, что ты мне не доверяешь. Я вижу, что ты беспокоишься обо мне. Вероятно, есть и другая причина. У тебя есть мысли, кто это может быть? Сонна собри мо мисете най но ни. Доусте соко маде вакарун дай? Хм. И не думаю, что я выдавал это. Как ты смогла понять, о чем я думаю? Соря, атаси ва Йосиа кансац но дайичи ниша да мо. Я ближе к тебе, чем кто-либо другой, Йоши. Нантонаку вакатчаун датте ва. Поэтому я легко могу понять. Коко маде ка. Ну, значит, вот и все. Вакатта. Хорошо. Моу томенайо. Если ты хочешь пойти со мной, я не буду пытаться останавливать тебя. Уже почти 10. Так что нам лучше поспешить. Хорошо. Но я хочу, чтобы ты пообещала мне кое-что. Если что-то пойдет не так, ты сделаешь все в точности так, как я скажу тебе. Один неверный шаг. Одно неверное движение может быть фатальным. Хорошо, я обещаю. Тогда вперед. И на этом здесь мы останавливаемся. Продолжение следует.